Сколько ему осталось? В декабре будет 2 года ровно с момента задержания. Ага. А дали 8, да? 8,6. 6,6, 6,5. И там получается такая строгая тюрьма, что не получается звонить, ну, стационарный телефон там вообще есть? А, и там по карточкам нет такого? Не, там, знаете, его перевели в спецкрытие, а там вообще, то есть, строго с этим, ни звонки, ничего, ни письма. О, а почему его перевели еще в худшие условия содержания? Точно не знаем, но... Он как на воле был непослушным, так и там. Вот я хотел об этом. Человек, который идет всегда против системы. Как говорится, волк за решеткой тоже остается волком. Поэтому у него своя позиция как была на воле, так и за решеткой. А письма, вот что последнее письмо было? Какое письмо? Что он в письмах вообще рассказывает? Вы так иногда публикуете письма? А, ну, по-любому же не все. Это старый, да? Да. А вот из последних, что он рассказывает? Вы говорили то, что он еще бренд ваш Урч направляет баланс, Урч баланс, да? Это он придумал? Да, это он был, когда здесь, в беспреемнике. Да. А, это такая просто идея была у него. Да, но это здесь, когда он был. Ну да, здесь у него телефон был, а он все вот это. Когда он еще в Москве был. Понял, пока в Москве сидел. Да, это здесь, а это, я думаю, о чем, как это так возможно. Оттуда он письма писал пару раз там. Он в основном писал, как ваше здоровье, там, спрашивал, типа, у него тоже там все хорошо со здоровьем, книжки много читает. Спортом есть возможность хотя бы поддерживать? Mm-hmm. К сожалению, про это он ничего не говорил, типа, я однажды спрашивал, типа, занимаешься, он говорит, ты что, это турма, это неволя. Здесь не так, как там, ты не можешь делать все, что захочешь. Здесь ограничено немного. Ну, тем более, у него еще и условия такие необычные, еще ужесточенные. А когда последний раз он писал? Как часто вообще письма пишет? Это очень давно было, год назад или год с чем-то. Да. А как общение происходит? Общение происходит, знаете как, к нему пускают только родители раз в 6 месяцев. А так ему передачки делают 2 раза в неделю. Он на обратке пишет, что ему нужно принести, типа, на следующий раз. Если он что-то там добавляет, его вычеркивают оттуда, и все. Но это в основном с родителями так более часто переписывается, потому что вам, вы говорите, год назад последнее письмо было, да? А так в основном с родителями, ну, на связи. Не, он на связи, ни с кем не на связи. Не, а вот ты сказал, что он год назад последний раз писал, ну, письмо, и вы мог говорите... Мог бы написать вообще в целом. А на данный момент он... только пишет то, что ему то, что нужно, принести в передачу. Типа не разрешает часто письма писать? Вообще не разрешал. Я вот, если честно, я знаю, что такое тюрьма, не понаслышке. Но она же разные условия. Не, это даже не странно разные, дело даже не в этом, просто отношение к человеку особенное. Поэтому... А, там уже, наверное, всех курсанули, кто это и как надо... Я думаю, они давно уже в курсе были, кто это. И какое этот особое внимание нужно уделить ему. Поэтому вот. Ну да, спецконтингент таких называют. Да. Он и в ПОПУМА был спецконтингент.